Ребята, всем привет! Я решила записать это видео, чтобы мы смогли с вами поближе познакомиться, чтобы вы узнали мою историю, а я узнала немножко о вас. Поэтому поехали! Значит, меня зовут Марина, я из Санкт-Петербурга, мне 25 лет. Я сейчас живу в Калифорнии, и вы, наверное, знаете, что я поступала в американские вузы на магистратуру, на MBA. Это, в принципе, то, с чего я начала свой канал. Значит, когда я начала проходить эти процессы, сдавала TOEFL, GMAT, я решила, что это очень такой трудоемкий процесс, и что про это мало информации, я очень хотела со всеми поделиться своими впечатлениями, и так пошло-поехало, я начала рассказывать про обучение в США в общем и про обучение за рубежом. Как вы знаете, я подавала заявки в 6 вузов, меня взяли 5. Кратко мой бэкграунд, да, я училась в школе в Петербурге, я училась в СПбГУ на экономическом факультете, изучала математические методы в экономике. Также я немножко училась в техническом университете Дрездена, я изучала математику на немецком языке. И я очень много ездила по миру, и в рамках своей работы, и в рамках изучения иностранных языков, потому что я считаю, что учить языки можно только там, где на них говорят, и все эти книжки дома — это круто, это хороший старт, но в итоге язык нам нужен для того, чтобы на нем реально говорить, поэтому я придерживаюсь этого метода изучения, я ездила учить английский в Англию, в Канаду, я ездила учить немецкий в Германию, и, в принципе, это то, на чем построен мой бизнес, да, мы помогаем ребятам, таким как я, таким как вы, учить языки во много раз быстрее, то есть мы помогаем поехать в страну, где говорят на языке, найти школу и так далее. Вот, то есть у меня такая богатая история путешествий, да, плюс богатая история в плане обучения. Я всегда была отличницей, там, медалисткой и так далее. И я решила, что я смогу получить гранты на обучение в США, и что университеты мне это профинансируют. Ну, соответственно, я стала подавать заявки. Подала заявки в 6 вузов, 5 меня взяли, и 2 университета дали мне полное финансирование, то есть Джонс Хопкинс дал мне $60 000. Это покрывает полностью обучение, плюс там несколько таких подработок, которые покрывали бы проживание. И University of Florida дал мне полное прокрытие на программу MBA. Это случилось в марте 2015 года, когда я получила эти радостные новости. И буквально через неделю после этих новостей нашу компанию LinguaTrip пригласили в Кремниевую долину в акселератор 500 Startups. Акселератор — это, чтобы вы понимали, такая как школа для молодых компаний, куда вы приходите и с вами интенсивно в течение 4 месяцев занимаются вашей компанией. То есть вам помогают с регистрацией, с платежами, с работой с клиентами, то есть все. И плюс они инвестируют. И мы подумали, что правильнее было бы сейчас не упускать эту возможность и сконцентрироваться именно на бизнесе и пока отложить учебу, потому что, например, University of Florida мне сказали, что они меня спокойно год еще подождут и возьмут на тех же условиях. Вот. И то есть мы приехали в Кремниевую долину со всей командой, и сейчас вот уже тут обустроились и пока остались. Вот. Но я постоянно путешествую по миру, я буду и в России, и в Европе скоро. Вот, так что на самом деле канал мой будет обязательно посвящен обучению за рубежом, то есть я думаю, половина видео будет о том, как поступать в вузы, как учить языки, как это все устроено, насколько реально получить финансирование. И вторая часть канала будет больше про мою жизнь, про то, как обустроиться в Америке, там, про визы и так далее. Вот, я буду очень рада, если вы будете мне говорить, какие темы вас интересуют, про что снять видео, потому что это безумно помогает. И вы не представляете, насколько морально вы меня подпитываете, когда присылаете мне сообщение, что с помощью моих видео вы сдали TOEFL или поступили в какой-то университет. Это какая-то невероятная энергетическая поддержка, которая меня двигает вперед. Мне хочется больше снимать, больше вам рассказывать и делиться своим опытом, чтобы у вас получалось улучшать свои жизни, потому что мне в какой-то момент очень не хватало веры в себя, веры в то, что я все добьюсь, и мне безумно помогли близкие, мне помогли истории других студентов, которые поступали. Поэтому безумно рада этим с вами делиться. Вот. Немножко хочу сказать про мотивацию, да, у меня есть такая штучка, которая говорит: «Today you are exactly where you're supposed to be». То есть сегодня мы там, где мы должны находиться. Уже no regrets, да, мы уже ничего не исправим.
прошлое не изменим, но у нас есть все шансы, чтобы повлиять на свое будущее. What happens tomorrow is up to you. То есть в наших силах делать все, верить в себя, ставить себе очень высокие цели, потому что, знаете, говорят, вы поставите себе очень-очень высокую цель, и вы обязательно либо достигнете ее, либо вообще перепрыгнете свои ожидания. Ну, то есть ставьте себе высокие цели и по маленьким шажочкам каждый день их добивайтесь. То есть если вы хотите поступить в университет, вот прямо сегодня начинайте выбирать университет и программу, и каждый день посвящайте этому какое-то время. И обязательно верьте в себя, в то, что у вас все получится. Я очень хочу познакомиться с вами и очень вас прошу под видео написать мне, откуда вы, почему вы смотрите мой канал и какая у вас цель в жизни, вот самая такая высокая, заветная. Потому что, опять же, я буду смотреть, какие у вас цели, и буду, исходя из этого, как-то тоже пытаться помочь, потому что мне хочется вдохновлять, хочется помогать. Пишите комментарии, подписывайтесь, давайте вместе идти по этому жизненному пути, добиваться вместе поставленных целей. Спасибо большое, что вы со мной. Все, пока-пока!